Они бывают офисными, оружейными, не поддающимися взлому и огню. Сегодня на агрофоруме свою продукцию представила компания «Алтайсейф». Это официальный представитель в Барнауле, лидера российского рынка по производству металлической мебели и сейфов. Помимо офисных и домашних сейфов, то есть вот с кодовым замочком, все вот так вот открывается, закрывается. Также есть еще и детские сейфы, различные там с такими веселенькими картинками. Данный сейф, на нем в комплекте идут маркеры, можно все это различно разрисовывать, потом стирать, заново разрисовывать. Для чего придуманы детские сейфы? Ребятишки, как правило, смотря на родителей, что у них есть сейфы, они просят у родителей, что мы тоже хотим свой сейф. И данное решение как раз у нас есть. А для любителей офисного уюта есть стеллажи, шкафы и тумбы. Для ценителей порядка на производстве удобные верстаки. И это лишь малая часть того, что представил «Алтайсейф». Для нас это опыт. Мы впервые выставляемся на подобных мероприятиях. Ранее нигде не выставлялись, не пробовали себя в таких выставках. Вот. Решили попробовать, посмотреть, себя показать. Подчеркнем, «Алтайсейф» поставляет продукцию на максимально выгодных для клиента условиях.